Около 200 производителей из Карачаева-Черкесии и других регионов России приняли участие в ярмарке-выставке, организованной в республиканской столице. Контроль за ценами осуществляла специальная группа, составленная из руководителей ряда ведомств. В подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Одно из самых масштабных торгово-развлекательных мероприятий Карачаева-Черкесии привлекло внимание огромного числа производителей не только из городов и районов нашей республики, но также из соседних регионов. Чего здесь только не было. И даже некоторое, по мнению ряда посетителей, неудобство с доступностью территории нивелировалось разнообразным ассортиментом свежих товаров и порой радующей ценой. Ну, удобнее, конечно, на рынке, выбора больше, а по цене, конечно, здесь более приемлемо, да. У нас очень продукция самая вкусная, самая качественная. Которыми проводится очень приходите к нам за покупками. Это откуда? Мед с Краснодарского края. Сами мы местные, но с пчелами туда выезжаем. Рядом с тибердинской капустой можно было увидеть мед из Краснодарского края. А по соседству с саженцами из Адыгейхабльского района расположилась продукция крупных предприятий легкой промышленности. Организаторы заявляли, что цены на ярмарке будут ниже рыночных. И сделали все возможное, чтобы слова не разошлись с делом. Сегодня у нас уникальная ярмарка. Она и сельскохозяйственная. И в первую очередь, наверное, конечно, на ярмарка первая, проводимая здесь, это легкой промышленности. У нас, как вы знаете, 2023 год объявлен годом промышленности Рашидом Борисовичем Тимрезовым. Соответственно, вот сегодня один из моментов, когда у нас легковики могут показать, чем богата, в принципе, наша эта легкая промышленность. В основном здесь принимает участие наши с региона сельхозтоваропроизводители. На сегодняшний день мы можем себе это позволить. У нас хорошо развивается на сегодняшний день развитие мясного и молочного скотоводства, не говоря уже о фруктах. На сегодняшний день заложен более 1000 гектаров интенсивных садов. Продукция, производимая на территории Карачаево-Черкесской республики, безусловно, является качественной и безопасной, потому что все структуры надзорные, в том числе и Россельхознадзор, осуществляют за этим постоянный мониторинг. Более того, я могу ответственно заявить о том, что большинство наших сельхозтоваропроизводителей являются добросовестными. Подавляющее большинство пришедших на ярмарку людей уносили с собой выгодные покупки. Впрочем, даже тем, кого товары по каким-то причинам не заинтересовали, было на что посмотреть, что послушать. Артисты провели некоторый концерт, а молодежные активисты «Мы вместе» написали письма поддержки участникам спецоперации в новых российских регионах. Конверты в самое ближайшее время будут доставлены нашим военнослужащим. Артур Мхце, Алибастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия.